Судьба обычно благосклонна к своим любимцам. Дарит удачу, богатство и оглушительный успех на всех фронтах. Мне нужно поговорить с ним. Привет. Привет, девочки. Чем занимались сегодня? А какой мужчина в здравом уме откажется от тесного общения с женским полом? Вы здоровы. Тем более, когда все вокруг его буквально боготворят. Звоните в любое время. Знаете, в чем ваша проблема? Моя? Ваша. Вы не понимаете женщин. Но судьба тоже женского рода и тоже умеет преподносить коварные сюрпризы. Звонили из полиции. Сказали, чтобы вы немедленно приехали. Кейт? Зачем ты это сделал? Теперь кажется, что мир погрузился в полный хаос, а земля уходит из-под ног. Дети и лесбиянка? Да. Доктор Тир, дама начинает беспокоиться. Ричард Гир в мелодраматической комедии «Доктор Т и его женщины». Смотрите на «Беларусь 4 Витебск» и онлайн на vtv.by.